Суперзвезда бразильской сборной футболист Неймар дал мастер-класс по приготовлению яичницы. Сделал он это по-своему, ногами, ну, как умеет, что называется. Неймар, положив на носок правой ноги сырое яйцо, ловко перекинул его, словно футбольный мяч, себе за спину и точно попал на сковородку. По всей видимости, таким образом форвард готовится к домашней Олимпиаде, так сказать, успокаивает нервы готовкой. И действительно, есть из-за чего волноваться. Болельщики возлагают на него большие надежды. До сих пор бразильцы, пятикратные чемпионы мира, ни разу не становились олимпийскими чемпионами. Ешь, молись и люби Месси. Аргентинский нападающий открыл собственный ресторан в столице Каталонии. Заведение – часть большого комплекса, который включает в себя магазины, парикмахерскую, сад и даже церковь. Спортсмен начал бизнес совместно со старшим братом Родриго. Территория ресторана выполнена в деревенском стиле, а некоторые из элементов относятся к футбольной тематике. Кухня здесь самая, что ни на есть, разнообразная. Вот повара подобраны по одному принципу – наличие мишленовских звезд. Решение сменить форму игрока на кулинарный колпак уже вызвало реакцию пользователей интернета. В сети появились забавные коллажи. При этом Месси не единственная звезда, которая занимается бизнесом. Ряды предпринимателей давно пополнили, например, Хью Джекман, Роберт Де Ниро и другие.